Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Ганеша, меня зовут Марина, и это новая распаковка бумажных сюрпризов. Новинка этого ролика – коллекция «Каролина в стране кошмаров. Персонажи из другого мира». 7 пакетиков, давайте их рассмотрим. Первый пакетик – это у нас вот такой вот деревянный знак с указанием «Бабинске» там. Это у нас вазочка с конфетами, это понятно, рука. В чашке камушек, вот этот волшебный камушек зеленый. И это у нас колечко и два шарика. Вот такие вот пакетики. Но прежде чем мы приступим к распаковке, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и поставьте лайк. Также я вас приглашаю в свой телеграм-канал. Мой телеграм-канал называется Ганеша за главными буквами. Ссылка в описании. Ни для кого не секрет, что мне нравится праздник Хэллоуин. И каждый год я стараюсь подготовиться к этому празднику, придумать какие-то украшения, декор для своего дома. Так вот, совсем недавно я сделала бутылки с зельем и сняла короткий ролик. Поэтому вы можете посмотреть его либо на Ютубе, либо на Дзене. Сейчас я вам покажу, какие прикольные баночки у меня получились. Баночки и бутылочки. Я пока задекорировала только 3. У меня 2 стеклянные бутылочки, посмотрите, получилось очень классно. Первый раз делала и не думала, что получится так классно. Вот такая вот у меня красная бутылочка. Здесь любовное зелье, да, судя по вот этой этикетке. В своем телеграм-канале я еще подробно продублировала, описала, как я делала декор таких бутылочек. И также есть распечатки, да, вот эти файлы для печати. Это у нас этикетки. Также я написала все материалы, которые я использовала. Вот у меня такая первая баночка. И вот такая вторая баночка. Посмотрите, какая классная. Еще раз говорю, DIY. Вы можете посмотреть на моем канале, он короткий, минута. Это короткий ролик Shorts или на Дзене раздел ролики на моем канале. Ссылки все в описании. Вот такой вот зомби-антивирус. Прикольный. И вот такая вот баночка, это была баночка из-под витаминов, и я ее задекорировала вот в такой вот зеленый цвет и приклеила такую этикетку. Здесь написано «Крылья летучих мышей». Вот такие вот баночки интересные, получилось очень классно. Так что переходите в мой телеграм, читайте все подробности, подписывайтесь, как я это делала. Если вы захотите тоже повторить, то ничего сложного нету, вы можете повторить и смотреть ролик. Ну что ж, теперь все. Теперь давайте выбирать пакетики. К сожалению, никто не написал мне. Просмотров было мало конкретно вот на прошлой распаковке, поэтому я буду сегодня выбирать сама. Давайте. Коллекция... Котики Пушин. Что сегодня откроем? Давайте откроем, наверное, вот этого котика с пиццей. И сейчас я вам подробно показываю, какие пакетики остаются. Не забывайте, пишите комментарии, что открыть в следующий раз. Вот такие пакетики. Дальше мы сегодня заканчиваем интерьер гостиной. Золушка. Давайте, наверное, возьмем сегодня вот эти двери, а туфельку оставим на потом. Пары из фильмов, что сегодня возьмем? Давайте возьмем «Конец этого гребаного мира». Вот этот сериал, я его не смотрела, но слышала о нем, все как-то порывалось его посмотреть, но что-то как-то времени у меня не было, и я про него забывала. Давайте новая коллекция, что мы здесь выберем? Давайте откроем вот эту чашечку с рукой. У меня здесь, еще раз показываю, указательный знак. Вазочка с конфетками, шарики, колечко и вот такой вот камушек. Монкарт. Тоже очень интересная новинка. Очень интересные пакетики. Здесь они одинаковые. Отличие только в зеленом цвете. Разные оттенки, как видите. Давайте откроем любую вот эту. Здесь в монкарте у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пакетиков осталось. Коллекция «Вопросы». Давайте возьмем вот этот желтенький с оранжевой надписью. Так, и все. И первая коллекция в моем каталоге – это «Вопросы».
Первая незаконченная коллекция имеется в виду. Ой, посмотрите. Райли, Райли, Райли. Помялась. Вот у нас вопросики. Коллекция вопрос-ответ. Открываем. Ты смотришь «Экстрасенсов»? Да, я смотрю, но вот сейчас идет шоу «Экстрасенсы реванш», и что-то я забыла и совершенно не смотрела. Так, да, так я смотрела. Не все сезоны, но смотрела. Большинство, скажем так, сезонов я смотрела. Интересовалась и экстрасенсами. Сейчас немножечко как-то я не интересуюсь почему-то. Ну, в целом, смотрела. Идем дальше. Так, головоломка 2. Мы в прошлом ролике закончили эту коллекцию. Нам попался вот этот персонаж и эта тревожность. Молодцы, вы угадали. Идем дальше. Это мы тоже закончили. Это мы закончили, закончили. Вот у нас коллекция, которую мы тоже сегодня закончим. Итак, это коллекция интерьер гостиной. Открываем. Так, здесь один сюрприз. И это столик. Такой журнальный столик. Давайте его приклеим. И у нас еще с предыдущей распаковки есть книги для этой коллекции. Я вам говорила, что когда попадется нам поверхность, мы приклеим книжки. Книжки у нас небольшие, вот такие вот маленькие. И мы сейчас их приклеиваем вот сюда на столик. Вот такая у нас коллекция получилась. Интерьер гостиной. У нас здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сюрпризов. Такая у нас гостиная. Стиль минимализм. Золушка. Куда у нас Золушка делась? Подождите. Вот она у нас. Красавица Золушка. В прошлый раз нам попался вот этот котик, и это Люцифер. Правильно. Кто-то написал. Верно. Молодцы. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Сегодня у нас ворота в замок, двери. Открываем. И это новый персонаж в этой коллекции. Только персонажи, и все разные. Вот такой вот человечек. Напишите в комментариях, как его зовут. А мы его приклеиваем вместе вот сюда, на его место. И идем дальше. Пары из фильмов. В прошлый раз нам попалась пара из мультфильма «Леди Баг». Это Эдриан и Маринет. Что у нас будет сегодня? Итак, сегодня пара из сериала «Конец этого гребаного мира». Смотрим. Вот она, наша парочка. Честно говоря, я не смотрела. Я говорю, только слышала об этом сериале. Я не знаю их имена. Вот такая вот наклеечка. Но они прикольно получились, правда? Под номером 5 они на второй странице вот здесь вот. По мне так самая прикольная пара. Ну, конечно же, после... Сейчас я покажу, после какой пары. Я имею в виду в моей коллекции. После вот этой пары. Шрека. Особенно Шрека и Фионы. Они на первом месте. Посмотрите, какой смешной Шрек получился. Просто угарный. Так что, если вы знаете имена этих персонажей, пишите в комментах. Пушин. Пушин, котики, Пушин. Давайте вот так вот. Два котика мы собрали. Третье. Ой, что-то цветное, что-то красненькое. Ой, это котик в одеяльце. Какой милый. Под номером 6 вот здесь вот. Приклеиваем. Котик в одеяльце. Монкарт. У нас монстрик один есть. Здесь монстры и персонажи. Персонаж и монстр персонажа. Вот так вот. Об этом я вам говорила. Под номером 3, посмотрите, нам попался персонаж и его монстр в прошлый раз у нас был. Вообще классно, что так совпало. Мы собрали первую пару. Пишите в комментах имя этого мальчика, парня. И вот его монстр.
И новинка. Каролина в стране кошмаров. Другой мир. И это новинка для Ксюши. У нас здесь будет 7 персонажей. И давайте посмотрим. Первый персонаж. Замечательно. Первый персонаж из другого мира. Готовьтесь писать комменты. И вот такая вот женщина. Кто это? Пиши в комментариях. Она у нас... А вот прям вот здесь, вот посерединке практически, мы ее сюда и приклеиваем. Это был последний пакетик. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм. Всем всего доброго, всем пока!